Баева и Чащина. И вообще, Тамара Ерофеева в интервью сказала, что вот ту медаль золотую, которую собирались отобрать у Кабаевой, она не возьмет. Это Элизабет Пайсиева, болгарская гимнастка, причем с пластикой, абсолютно нетипичной для болгарской школы. Она очень пластичная, очень подходит для ее композиции медленная лирическая музыка. В прошлом сезоне она делала мячик под музыку Ирины Чащиной. Сейчас выбрала восточный стиль. Элизабет Пайсиевой всего 15 лет. Она вторая гимнастка